Всем салют, всем привет, с вами Андрей Доцент, и это Скорим, сборка модов Recast, мы продолжаем. Так, что у нас тут, древние знания? Нам нужно поговорить с Берном или с Арнгейром, бла-бла-бла, но он сказал мне, что он мне находится в свиток в коллегии Винтерхолда. Ну что ж, давайте туда наведаемся и посмотрим, чего интересного мы сможем там найти. Это кто у нас? Азура. Чтоб ее. Да. Одна из деидрических богинь, которую можно считать... Как бы... Чё за звуки? Кто это? Конь! Так, какой мне там ты? Я уже забыл. На семерочку. Давай-ка. Прискакала ко мне моя лошадь. И поехали. В... Куда? Винтерхолд. Давайте-ка туда отправимся и заберем. А это, наверное, знаменитый Шалидар. Один из самых великих, если не самых великих магов за всю историю Elder Scrolls. Как-то его так называют. Ну, короче, крутой чувак, Норд. Во как появились. Так, слазей. А тут я хрен с два смогу слезть. Негде слазить. Опаньки. Вот так вот. Так, надо перекусить. Перекусить надо обязательно. Потому что если не поесть, то все будет очень и очень плохо. Так, во, ребята идут. Смотрите, все в снегу. Смотрите, все в платках, как ассасины. Ты находишься в аркаде. Так, мне нужен древний свиток. А какого хера ты тут делаешь? Что ты будешь с ним делать? Ты думаешь, его так. Проняли, как зеницу? А если я Далакин? Ну-ка. Это меня и дело, да? По большей части это ложь, разбавленная слухами и домыслами. И что ты будешь с ним делать? Ты хоть понимаешь? Так. Чтобы и все равно... Боги обычно... Так у тебя есть древний свиток? Думаешь, его бы охраняли, как зеницу ока. Величайший воин, не Но... знаю, кто... Я найду, так что особо не надейся. По большей части это ложь, разбавленная слухами и домыслами. Ну пойдем искать. Бейся славно. Фу, это я буду стараться на славу. Видите ли, ребят, как интересно. Да, это Шалидар был. Или Шалидор, как его... В общем, интересная какая картина получается, если на улице метель, холод, они, видите, они меняют одежду, они ходят в одной и той же постоянно. А то, мол, был такой любопытный факт, имперцы разгуливают без, ну скажем так, ноги вообще голые были. Как они там все не отморозили, я не знаю, брутальные, видимо, ребята. А тут теперь это дело, видимо, поправили. И здорово, я вам скажу, очень здорово. Так... Ну чё, давай. Господи, чё ты так дёргаешься? Чё так всё дёргается? Так. Давай-ка, Варканеум. Варканеум, или как бы так. Как-то так. Это своего рода библиотека в коллегии Винтерхолда. Так. Ну, конечно, клёво, да, смотрится этот костюмчик? Мне он самому нравится. Так, ух, сколько книг, а тут, походу, есть что почитать. Может, сейчас заодно возьмем, посмотрим, что у него есть на продажу. Денег все равно много, а знания лишними не бывают, ребят. Так, ты пока давай смотри. Утраченные легенды от славы к падению. Вот, держи. Постарайся ничего... Так, размышления о древних свитках. Воздействие древних свитков. Записки сумасшедшего. Я не терплю, если с книгами обращаются не... Ага, нечитабельно, да, так. Он вели... Его уже давно с нами нет. Куда он пошел? Сказал, с тех пор я ничего о нем не слышал. Здорово. Значит, нам нужно искать Септимия Сигония, господи. Предметы, недостаточно так, цели, что у тебя есть? Очищение, Норды Восстанте, Танец в огне, Желтая книга загадок.
Так, давайте-ка теперь это все прочитаем и продадим. К сожалению, это нам ничего не дало. Арганианский доклад. Желтая книга загадок. Что за загадки? Человек сказал, солжешь мне, убью тебя мечом. Скажешь правду, убью тебя заклинанием. Как ответить ему, чтобы остаться в живых? Ответ. Ты убьешь меня мечом. Чего? Какие-то загадки в натуре. Норды, восстаньте. Без подписи очищение собора. Танец в огне. На, забирай свои книги. Не забудь помыть руки, прежде чем что-то трогать, хорошо? Ладно, ладно. О, за одно заклинание тебе продам. Бейся, славно. Ага. Умри достойно. Так. Мы что, в покое архимага пошли, что ли? Нам точно сюда? А, нет, мы отсюда пришли, все верно. Стоять. Так, 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 надо уходить отсюда. Зал стихий, вот. Нам сюда надо, то в покой архимага пошел. Ну, я даю. Уходим. Нужно. Нет, мне больше от тебя ничего не надо. Ты на славу постарался. Большая редкость встретить орка, который любит книги. Они по своей сути воинственная, скажем так, раса. И... Да? Как бы редко их увидишь, читающими книги и так далее. Так, куда мне надо... Септимия Сингония. Ну, ладно, как мне спуститься? Эх, было у меня какое-нибудь бы заклинание призыва лошади, так ведь нет нихера. Ладно, вперед с песней. Бах, приземлились, побежали. Хотя, конечно, можно попробовать позвать лошадь. Так, откат пусть произойдет. Че, она прибежит? А давайте подождем один час. О, нормалек. Кстати, да мы все в снегу. Какие тут эффекты активные, интересно, наблюдаются. Сильный ветер, скорость передвижения снижается на 15%. Ёлы-палы. Плыви. Так. Вот видите как? Скорость передвижения снижается при сильном ветре. Еще есть эффект ослепления. Я, наверное, уже об этом говорил. То есть, когда в глаза что-то дует сильный ветер или песок, то, скажем так, эффект того, что глаза, ну, как бы щурятся, заставляет ДТП и слепнешь. О, Хоркер. Валить тебя я не буду сегодня. Ты мне не нужен. Мне нужен Септимий Сигоний. Он где-то там. Ну давай ты, ё-моё. Так. Да ты чё? Поднимайся. Эй! Блин, то ты по стенам бегать, ё-мо, умеешь, что ты забраться не можешь на какую-то, это самое, ледышку. Меня поражает, если честно, этот конь. Старый был лучше. А, вон, вижу проход. Ускоримся. Как он тут на лодке-то проплыл? Тут лед везде, ё-моё. Фу. Заходим внутрь. О, смотрите, как открылось. Забавно. Весьма забавно. О, скоро уровень будет новый, ребята. Это очень клёво. Можно будет еще какой-нибудь навык вложиться, вкачать. Опа! Ща. Испытание Баэти. Кайваргер Кермун какой-то. Так, размышления о древних свитках. К вопросу о двемерах. Ладно, давай-ка. Империя. Угу. Имперцы скрыты. Так, где здесь свиток? Ну здесь. То есть в этом измерении. Мундус, Тамриэль, относительно рядом. Бла-бла-бла. Все, блин.
Один блок поднимает другой. Что ты хочешь? Септимий. Угу. Короче, ты знаешь, хочет. Он от меня что-то хочет. Черный предел, короче. Бла-бла-бла. Как попасть внутрь? Ну, как вы видите, наш Септимий Сигони двинулся окончательно на двемерских технологиях. Хотя, учитывая то, как эти технологии развиты, это действительно можно с ума сойти. Так, отправляемся. Отправляемся за гранью обыденного. Записать словарь нам надо. Записать словарь. Так. Двигаемся. Поднимаемся. Мы в Скайрим отправляемся. Фух. Да. Где у нас? Ага, вот. Альфтант. Сейчас. Сартал. Очищена. Гора. Давайте-ка с горы пойдем. Все-таки как-никак, я думаю, мы спустимся. А в гору лезть я что-то особым желанием не горю. Сартал, по-моему, если не ошибаюсь, ход находится в самом низу. А вдруг Альфтант где-нибудь наверху? Всегда лучше с горы спускаться. И удобнее. О! И ты здесь. И не только ты. Ох ты, ёй! Уйди, дурак! Тут дракон летает. Да он еще ко всему же еще и не прорисован. Придется тебя убить за это. Так. Тихо. Тихо. Что у нас тут? А, надо выпить. Ё-моё. Бурдюк. И еще раз накатили. Ну и где он? А, вот ты засранец. Что-то какой-то он ошалевший совсем. Ну-ка давай, спускайся. Ох, нихера там сколько их всего. Так. Ой, плюнул в меня. Так. Так, ну, ладно. Слушай, что-то столько сразу целей, короче, кругом. Ух, нифига себе, он сейчас что хотел, боднуть, что ли? Во! Предыдущего дракона рожденного шлепнули. Где он? О-о-о, наверху! Я его не вижу ни хрена. Так. Ты чтоб тебя! Лечись. Лечись. А, вот ты где. Вперед. Вперед. Все-таки арбалет классная штука, я вам скажу, ребят. Его бы еще зачаровать на что-нибудь. Там, на урон и поглощение здоровья, допустим. Цены бы ему не было бы. Так, где ты? Да ты опять делся. А, вон ты. Нифига себе ты откуда стреляешь. А ну-ка, зацени-ка. Зацени-ка крик. Чистое небо нет, не надо. На... Куда он делся-то? Ё-моё. Огненное дыхание. Ну-ка, ты где? О, лечимся. Раз. Два. Так. Ага, зря я вот это сейчас сделал. Как, зачем я приблизился к нему? Ну и ладно. Надо прокачать уровень. А, так что у нас здоровье, здоровье. Здоровье качаем, все равномерно. Будем делать этакого универсального бойца. Так, что у нас тут? Одноручная. Боевая стойка. Тут 77 необходим.
двуручные нет. Ну что, придется, наверное... Так, придется, наверное... А что придется-то? Ну-ка, блокирование скоро там откроется. О, так фигня-то, ребят, смотрите. Блок на бегу. Давайте лучше подождем, поблокируем немного и... Возьмем этот... Как его? Давай дыхание применяй! Так, ну и куда ты... Опа! Промазал! Здорово! Смотрите, волчара бежит. Так тебе! Есть! Где дракон? Куда делся опять этот ящер? Че, у меня уже коза за врага считается? Кстати, коза за врага считается. Меня тут, походу, на меня тут все сагрились. Надеюсь, хоть конь может меня не это самое. Так, что-то кругом одни это. Кругом одни враги. Смотрите, 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 сейчас боднет меня. Опа-на! Не получилось. Козьи рога. Козий окорок. Ну, блин, что-то до хрена весит, кстати, я вам скажу. Этот окорок. Куда делся? Ладно. Блин, там ведь фигня осталась-то его добить. Мне бы душа лишняя не помешала, ребят, знаете ли. Сейчас, наверное, взлетит. Так, надо, короче... Без плотность. Побежали. Ща мы его найдем. Ща мы его найдем. Где-то наш летун. Куда летишь? Что-то я его не вижу. Вообще пропал. Здорово! Здорово, ребята! Вообще просто супер! Ну-ка. Примчался ко мне. И давайте-ка посмотрим. Хм. Никого. Зато конь рядом. Здорово. Что такое? Давай, поехали. Все, сели. Отправляемся в черный... А, фу, в черный предел. Вальфтанг. Вальфтанг, а там где-то будет черный предел. Зараза! Коня зачем моего? О, еще и прорисовался, наконец-то. Обалдеть. Хоть это радует. Так. Так, огненное дыхание. Есть. Огненным дыханием я его. Есть. И еще раз тебе. Вот так вот. Ну давай, спускайся. Да чтоб тебя... Так. Так. Хватаем. Ты, зараза, перезаряжаешься долго. Есть, попал! Офигеть, я попал. А чё он так медленно летит? Так. Так. А теперь добиваем. Опа! Опа! Есть! Замочили его. Лесного дракона. Ух, как ты челюсть-то раскрыл. Изумруд... О, болты. Отлично. Так, чё у меня есть лишнего? Чешуя. Чешую надо выкинуть, короче. Чешую выкинуть, а кость, наоборот, надо взять. Надо взять кости. Чё-то больно много у меня. Чё-то у меня тут... Во! Конина. Много чё-то весит. Так... Садимся.
Сели? Ну, здорово. Теперь давайте-ка, знаете чё? Вдруг что-нибудь интересное встретим. Ну, в Альфтанге там, я не знаю. Нам нужно лишнее место где-нибудь найти в инвентаре. Поэтому предлагаю то, что не нужно, скинуть у нас в доме. В доме теплых ветров. Скинуть туда все свои вещички, все свои найденные там камешки, т.д. и т.п. Там целое сокровище. Там столько всего на сумму больше, чем у меня есть, ну скажем так, при себе. Золото. Так, никого нету тут. А то обычно меня преследуют. Это кто? А, это Адриана. Северио Пелагио. Заморозки посевы побьют. Так, дом теплых ветров. Ну давайте. Уберем лишние вещи. Ну, для начала, естественно, надо убрать драконьи кости, т.п. Я вот думаю, ребят, стоит ли брать с собой напарника, или он только будет мешаться. Хотя, учитывая то, что... Так, драконью кость всю спустим. Пустой бурдюк, пустой словарь. Тут рубиновый коготь, я хер его знает, как его убрать. Квестовый предмет, говорят, а место занимает. Лососина. Так, свиток, свиток. Зелье, т.п. Да и ладно, нормально, пойдет. Отправляемся в Альфтанг. Это я не знаю. Вахтанг. Так это будет место теперь называться. И посмотрим, что же там у нас будет такого интересного и высокотехнологичного. Где конь? А, ты еще здесь. Дракон и скелет там как? Надо сохраниться, стойте. Давайте сохранимся. Перекусим. Да, обязательно. Нордский мед, вино Алта, помидор и бурдюк воды. Что-то я не понял. Я же напился. А, все, нормально. В путь. Ой. Кстати, что-то огненное дыхание не очень, скажем так, хорошо подействовало на этого дракона. Не знаю, с чем связано. Но на морозного бы он бы подействовал бы. А вот что-то на лесного. Странно. Я, если честно говоря, не припомню, были ли лесные драконы в оригинале, скажем так. Так. Прибыли. Это место, да? Да. Так, вот мы и в Альфтанге. Надо спускаться. Так, конь пусть меня здесь подождет. Я бы, конечно, грозовой бы зов применил против дракона. Ну, блин, мой конь рядом. Я не знаю, будет ли его стукать. Надо будет как-нибудь поэкспериментировать. Но этот крик, конечно, вообще классный. Действительно ощущается мощь дракона рожденного. Способен подчинить себе аж природу со всеми вытекающими, там, молнии, дождь, гром и так далее. Ну, тем не менее, мы в Альфтанге. Давайте посмотрим, что же у нас тут такого интересного. Наплечный мешок. Так, взяли зелье, картошку. Обязательно возьмем. Так, тут кто-то что-то готовил, и пустая бутылка из-под вина, и еще и наквасились тут. Здорово. Лютня. Но она мне не нужна. Спускаемся вниз. Спускаемся вниз. Растяжка? Нет, не растяжка. Джар. Джзар, господи. Кто-то там с ума сходит. Так, спускаемся вниз. Ну да, типичные двемерские руины. Я подумал, глупый двемерский металлолом. Уже и такой добавили. Кажется, нет, просто гнутый. И не более. Так, о! Кого-то разделывали. Ну-ка,
Гномы, том 2. Чё, экспедиционные заметки какие-то? К вопросу. Крохотный камень душа мне нафиг не нужен. Вот двемерское масло, я думаю, возьму. Ингредиент очень ценный. Так, так, так. Ты кто? На-на! Опа-на! Вот так вот. Что-то я не понял, кто-то сейчас это опять появился. Так. Опаньки. Ага. Понял. Есть. Все-таки вот это вот замедление при блоке огромнейшее преимущество дает во время боя. Как ни крути. Так. Что у нас тут? Наилучшее зелье лечения. Кошелек с монет. Здорово. Сумка аптекаря. Костная мука. Ну возьмем, чё? Сундук. Вот сколько всего. Можно будет потом продать по хорошей цене. И получить за это золото. На тебе. Сдохни. Чё у тебя есть? Херня полная. Что? Кто это, брат? Еще один бесхвостый в поисках еды. Да-да. Но этот не попал в ловушку вместе с нами. Что такое? А ты чё сагрился-то? Опа-на! Ну, ладно. Видит бог, я не хотел. Так. Вот что я скажу. Есть! Опа-на! Зарезал. Зарезал я его, ребята. Сапоги. Джезар. Господи. Смотрите, сколько у них тут валяется микстурок, а? С ума сойти. Вино, кошелек с монетами. Ну, какие ребята-то, а? Но нам, тем не менее, надо идти сюда. Дневник Уманы? Это дневник. Так, двемерский паук, что у него есть? Масло. Это мне пригодится. Определенно. Так, тут у нас ничего нету. Ух ты. Что это там внутри такое интересное? Ого! Двемерская сфера. Опа-на! 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 На тебе! Сдохни ты! И еще раз тебе! Вот так вот. Есть! Замочил. Большой камень душ. Ну вот большой камень душ. Да у меня и так этих больших камней душ до задницы. Мне нужно что-нибудь другое, что-нибудь дельное. Вот черный камень душ с великим это самое количеством души. Это другое дело. Что у нас тут? Обычный камень душ. Демирская миска. Здорово! Просто обалдеть! Так, идем вниз. Идем вниз. Так, Демирская шестерка. Паук. Масло берем. Опаньки. Есть! Зажгли. Горю сам. Так. Есть. Так. И вот так вот. Отлично. Все-таки вот замедление времени. Вот хоть и замедляется время, но враги замедляются в большей степени, чем наш главный герой. Получается очень и очень круто. А тем временем тут пожар. Эти ворота, новичок. Блин. Неохота мне сейчас ничего тут взламывать. Так, чем бы мне в тебя таким замочить? Бам! Нет.
Фиговая затея. Сейчас прыгнем. Нет? А мне интересно, он через что смотрит? Через вот эту вот лампочку у него наверху? И не атакует, главное ведь. Ох ты, ёй! Так. Серебряный... А, стальной двуручный меч электричества. Электрический меч. Стоит ли взять? Ну, давайте возьмем, если что, потом, может быть, снимем с него чары. Они нам помогут, в свою очередь, чего-нибудь. Что там опять? Так. Отлично. Во. Ну-ка, давай-ка. Опа-на. И вот так вот. Опа-на. Здорово. Эликсир кузнеца. Что у нас здесь? Табурет, можно сесть. Так, идем. Угу. Понял намек. Опа-на, прыжок. Еще раз. Еще раз. Есть. И вот так вот. Замочил. Так, где наш крик «Безжалостная сила»? Этот крик, конечно, вообще, по-моему, самый такой, знаете ли, визитная карточка, естественно, данной игры. Но и он сам по своей эффективности очень во многих местах его можно использовать, практически везде. Прервет атаку — это раз, скинет врага — это два. Да и вообще может хотя бы дать отстрочку для атаки, если какие-нибудь слишком крупные враги, вроде драконов или мамонтов, знаете ли. То уже плюс. Огромный. Фалмерский шлем. Тихо. Так. Есть. Замочил. Что у нас тут? Открывай дверцу. О! Опаньки! Критическое попадание я ему сделал. Так, что-то у нас тут... Что-то у нас тут, короче... Интересное. Вверху, что ли, ползает? Ага. Чужой где-то ходит. Сейчас по шахтам явится. Дневник Эндраста какого-то. А вот и сам автор. Он так и не успел опубликоваться. О! Есть! Двемерская сфера. Ну давай-ка. И еще раз. Ах ты зараза, а. Так. Есть, замочил. Да. Двемеры вот такие были. Есть. Зажгло. Все. Тут все у нас. Что ты опять появился? Да чтоб тебе. Все загорелось. Просто все загорелось. Так, горю сам. Так. Ну а в таком состоянии мне не огонь. Мне ничего не страшно. Вау. Так. Есть. Что это такое? Ага, понятно. Так, надо сохраниться. Надо сохраниться. Так, мы сохранились. О! Есть! Вырубили. Идемте вниз. Господи, какие же тут самые постройки, а? Ребята постарались. Определенно. Кто идет? О! Зараза! Сдохни! Так, спустились. Опа! Слабое зелье лечения. Так. Раз. Раз. И вот так вот. И еще раз. Зашибись.
что у нас тут? Ничего интересного. А нет, смотрите, ожерелье малой хватки. Это хорошо, что мы вот это вот взяли. Как мне теперь вниз спустить? А, вот. Тогда пойдемте тут спустимся. Что-то все механизмы, по всей видимости, заклинили. Опа-на, что случилось? Вы отравлены. Охереть. Кто отравил? А, это ты? Ублюдок все здесь натворил. Ты смотрите, меня сейчас так убьют тут. Так, зелье лечения, зелье исцеления болезней. Микстура здоровья. Наилучшие зелье. Так, замочил. Я не успел его облутать, ребят. Пойму, нифига себе вы там. Где мои эти зелья лечения? Раз, два, три, четыре, пять. На! Вот это магия. Так, так. И еще раз. Есть, замочил. Фу. Вот кто меня отравил. Посох ледяных шипов. Не, неинтересно. Прах вампира. Какого хрена у них прах вампира делает? Фалмера это просто... Это, ну... Просто эльф, как бы. Отмороженные, но никак не вампиры. Здорово. Да что такое? Огонь горит еще. Давай-ка, чувак. Разберись с ними. А я посмотрю. Ну и чё ты встал? Ну вон они. Ой, ты все ингредиенты раскидал. Так, где мое зелье лечения? Так, 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 есть. Замочил я его. Уши надо взять, соль. Какой нахер меч? Фалмерский кинжал, стрела. Нахер они тут нужны? Посох вот можно попробовать, кстати, использовать. Давайте... Не-н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 е. Вот так вот. Испробуем посохи. Какие у нас есть. Так, берем все эти вещички. Так, все забрали, да? Давайте-ка повоюем посохом. Повоюем посохом. И вот так вот. Во! Ништяк. Давай. Побежали. Нет, стойте. Опа-на. Огонь. Они, главное, слепые, они только на слух ориентируются. Как Рутгер Хауэр в фильме «Слепая ярость». Есть. Так. Смотрите, нифига себе посох шарашит. Ну, однако, посох какой, видали? Так. И вот так. Что у нас тут? Он сам поджарился. Смотрите, обгорел. Обгорел, ожоги видны. Ух ты! Все, замерз. Замерз наш фалмер. Отраву тоже берем. Двигаемся. Нифига себе. Это надо все забрать. Двигаемся дальше в подземелье. Вау! Сумрачный страж. Так. Так. Ага, оружие разряжено. Супер. Смотрите, смотрите, молния меня бьет, а? Опа-на! Вот так вот. И еще раз.
Замочили мы ночного охотника. Ты. Маг. Мать его. Есть. Честно говоря, я даже сейчас не понял, что было. Господи, я ушей понабрал. А ты что так задумался-то? На тебе. Ну, сдохни ты. Замочили. Так, ух, нихера. Когти, травяной стручок, клюв ястреба, как они у ястреба клюв умудрились забрать. Выдают. Гранат. Жемчужина, яблоко, скума. Так, яйцо. А, пустая бутылка. Синее одеяние мага, но это все шляпа. О, ребята, а? Сколько всего налутали-то? Молодцы! Может, что-нибудь еще есть? Так, куда мне идти-то? Сюда. Идем сюда. Ага, вон у нас. Так. На, тут тебе никакой этот не поможет. Есть. Слушайте, паука. Сдохни. Так, золото я заберу. Яд обморожения тоже. Что такое? Так. Замочил. Надо вылечиться. Есть. Раз, два. Ну давай. И вот так вот. Ох ты, как я его, а! Весь, правда, в стрелах я, но ничего. Так. Ингредиентов, конечно, понабрали. Надо будет потом что-нибудь с ними сделать. Не знаю, зелья какие-нибудь потренироваться, прокачать навык алхимии. Он, в принципе, не помешает. Зелья всегда нужны, как ни крути. Дверь. Так, и куда мы попали? О, когти. Так, надо сохраниться. Это у нас когти. Ловушка еще та. И отправляемся в собор Альфтанда. Отправляемся в собор Альфтанда, да. Глубокое подземелье, ребята. Постарались на славу две меры. Или две меры. Как, в общем, неважно. Но я думаю, ребят, мы здесь с вами на этом закончим. Сделаем перерыв, продолжим в следующих сериях. Будем дальше искать эти всякие там словари, т.д. и т.п. А я с вами прощаюсь, с вами был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться и ставить лайки. До скорых встреч, всем пока!